В металлургическом районе задержан наркоторговец. 32, 33, 34, 35. В салоне его автомобиля инспекторы ДПС нашли пакетики с зеленым веществом. 51-летний водитель задержан. Его увезли на допрос. Полиция выясняет, где он приобрел наркотик и куда вез. Также проводится экспертиза изъятого. Концерт на парковке у торгового комплекса «Горки». Подходил к мужику, предложил ему скорую вызвать. Отказался. Вот думал, куда позвонить. В скорую или в психушку, или в наркологию. Этот странный мужчина 3 часа исполнял необычные движения на глазах прохожих и водителей. К нему подходили люди, предлагали вызвать скорую, но он отказался. И погнали, руки, бедра, руки, бедра, руки, бедра. Танцуем очень бодро, 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 бодро. Мужчина был явно под кайфом, впрочем, полицию никто не вызвал, ведь он никого не обижал. Неадекватный челябинец, видимо, позже пришел в себя и отправился по делам.